спуск по горе. По ступенькам, ступенькам, ступенькам. Ступенька, ступенька. Тру-тун-тру-тун-тру-тун-тун. Ступенька, ступенька, ступенька. Ступенька, ступенька, ступенька. Ступенька, ступенька, ступенька. Ступенька, ступенька, ступенька. Кто только здесь не живет в джунглях. И тайцы, и малазийцы, и англичане, и американцы, и немцы, и русские. Нет, нет, бывало. Да встретишь. Кстати, вот они, одни из типичных представителей русской нации, которые тоже живут в джунглях. Они все построили. Да. Мало того, что они еще самые скромные. Они еще и самые терпеливые. А вы в курсе, что здесь левостороннее движение, не правостороннее? Вообще как ездить? Нет, кстати, все идут так, как мы идем. А вот я левостороннего, потому что я в бывшей английской колонии. Андрей, начинается. Шопенгауэра давай лучше. Что там, почитаем, послушаем или поиграем? В зависимости от того, у каждого должен быть свой свой Шопенгауэр. Даже вечером можно ходить, подсветка есть. Да, да, да. Но недолго. Подскажи, мой спорт. Я, собственно, на камешку-то и подскажу. То есть мы идем вниз, да, горы, а потом вверх. И up and down, и up. And down, и up, and down. Слушай, а куда же мы идем-то? Мы, походу, идем. За всеми. Вон мостик уже. Мостик уже. Очень скоро, на мостик идем, дорогие, да, друзья, будет мостик. Потерпите еще чуть-чуть. Вот оно же. Вау. А куда он, интересно, ведет этот мостик? Красивые камушки, а? Где камушки красивые? Он же красивый, посмотри. Красивые, красивые. Да. Красивые камушки. Вот он, тот самый мостик, к которому мы так долго и упорно шли. Продолжаем подниматься. И посмотрите, мы все-таки на острове Ванкави оказались. Там еще вон можно куда-то раньше было сходить. А сейчас нельзя. Вау! Офигеть! Прям так? Просто. Просто офигеть! Вау! 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 Это надо вживую прочувствовать. Как там? Тропические джунгли. Называется путь, куда просто